Так, друзі, до нашої студії завітали Максим Бревда, співзасновник платформи «Мрій дій», а також Євген Клімов, так само співзасновник платформи «Мрій дій». Ми вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Здравствуйте. Як у вас настрій, як у вас справи? До речі, ви ось так от вже по вулиці ходили, там настільки тепло? Ну так, достатньо, так. Біжали к вам, дуже спішили. А, то у вас ще й була ранкова така пробіжка, правильно? Так, ми в майках та біжати. А що ж, ми сьогодні тут зібралися для того, щоб поговорити. Ось 27 квітня прийде така акція, яка покаже миколаївцям, що все ж таки потрібно бути активними, потрібно мати громадську позицію, так? І для того, щоб ви хотіли, щоб місто розвивалося, потрібно все ж таки почати щось робити. 27 квітня прийде акція, яка отримала назву «Я миколаївець і мені не все одно», ось на задньому плані, на нашій плазмі можна побачити. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили зробити цю акцію і що буде на цій акції? Максим, ну, давай, начну. Давай. В общем, акція на самом деле запущена одесситами. Вот, нашими друзьями из Одессы, они начали в том году активно убирать одесские пляжи. Там есть такой реставратор Алексей Леонов, который очень активно позицию занимает в Одессе, и они запустили такую акцию небольшую, там буквально было поначалу там 10 человек, потом это переросло все в огромное количество. Последний раз они убирали трассу здоровья, и народ активно очень подключался, они собрали там, по-моему, 1300 человек. И они решили 27 числа провести самый большой в Украине субботник, вот, который соберет только в Одессе порядка 5000 людей. И, ну, у них было желание как бы и другие города подключить к этому всему делу. Так мы общаемся по некоторым вопросам, касаясь платформы «Мрій дій», мы изъявили желание в Николае поддержать эту акцию и сделать «Я николаевец, мне все равно». После нас мы подключили еще Херсон, будет «Я херсонец, мне все равно» площадка, там мы херсонцы. Вот. И потом Алексей еще подключил там порядка 5 городов, там Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Черкасы. В общем, так, очень много. Все-таки места активно, да, почали долучаться. Порядка сейчас 7 городов, по-моему, будет в один день, 27 числа, и будет поставлен там рекорд Украины. Все это сделано для чего? Потому что многие там кричат, ну что там будет, один раз уберете, там никакого толка, ну, типа забудется и все остальное. Ну так, у нас есть новая. Дело на самом деле в том, что мы понимаем, что мы не из-за наших действий завтра не построят мусоперерабатывающий завод, или мы не глобально не очистим весь город. Но мы, во-первых, там планируется пару сотен людей, потому что по регистрации уже порядка 200. Я знаю, что 50% практически не регистрируются. Ну, им просто там лень, или они там знают, что не приедут. Поэтому мы думаем, что будет несколько сотен людей точно. И там большой, ну, большая территория пляжа практически там начинается, я так думаю, километра полтора-два точно есть. Вот, и одна часть очень грязная. Поэтому тут дело не в том, чтобы разово это провести. Мы хотим просто показать пример и заразить этим делом. Ведь самое главное даже не то, что убирать, а главное не сырить. Вот. И я думаю, что это будет не разовая акция, что немножко мы поработаем над осознанностью. Когда будут там ребята медийные, которые знают, то все посмотрят, другой захочет. Потому что после детских моментов они начали убирать даже там дворы рядом, то есть лежащие площадки. Люди начали убирать там, где рядом грязно, посмотрев просто вот на этот пример. То есть уже досвід такої еко-тусовки вже був, правильно? Так, да, у одесситів вже порядка года, у них пішла реакція в тому плані, що люди почали підключатися, навіть по другим локаціям, там, де рядом живуть, вони почали как бы смотреть, що роблять ребята, і почали кожен вникати і дзвонити. Нам теж багато дзвонять, там, ребята допомагають там інвентарем, там, допустим, там, всі хочуть привезти якусь там. До речі, має бути якийсь певний дрес-код. Нет, граблі, сапка, которые мы выбираем. Ну, я так розумію, що прийти потрібно не у вечірньому фраку і не вечірній суботник. Ну, якщо це потрібний суботник, треба буде немножко поработати. Я думаю, що навіть якщо буде багато людей, все одно треба буде поработати руками, поэтому, конечно же, в галстуке и в каком-то депутатском наряде, я думаю, не совсем будет удобно это делать. То есть спортивная одежда такая, как ты едешь на пикник, на дачу, что мог закатать рукава и испачкаться. К этому, да. Да, и не переживать, там, не гладить свою Версачі там выходное. А отже, ви казали, що вже більше 200 людей зареєструвалися, так? Около 200 ще розмотріли, так. Да. Це велика цифра, чи наскільки ви взагалі розраховували, на яку кількість? Ну, ми спочатку поставили 200-300 чоловік, так, чесно говоря, просто поставили. А зараз ми дивимося, що, якщо, можливо, так як ми слышимо відзыви, що багато не реєструються, можливо, це буде дуже велике кількість. Да, буде вот. Більше. Ми не знаємо зараз, чесно говоря, ми ще думаємо запасну локацію, ми боїмося, що якщо нас буде дуже багато, що ми там за 30-40 минут все не вычистили, этот весь пляж, и
Там у нас планируется еще там немножко такой, как там, піца, чай там з людьми просто. Ну, насправді, я думаю, боятися потрібно не такої кількості людей, які є небайдужими і хочуть все ж таки поприбирати територію нашого міста, а людей байдужих. Тому що дуже часто я чула, що якраз на ось таких екологічних тусовках збиралось близько там 10-20, максимум 30 осіб. А тут уже в реєстрації зазначено, що буде вже 200. Благодаря, наверное, тому, что сейчас наша платформа очень активно развивается, и туда входят порядка 80 уже предпринимателей, и довольно-таки разные, медийные, там тот же Чередниченко, Олег, там и все остальные ребята, которые довольно-таки как, ну, лидеры мнений, каждый в своей отрасли. Я так понимаю, что, наверное, сыграло это, то, что когда мы это все дело выкинули, нам уже верят, нас знают, и люди начали к нам быстренько подключаться. Плюс мы взяли хороших партнеров, там тот же компания Multiplex, которая подключилась, медиапартнер, который мы пробили через Киев, ну, очень непросто было. Люди тягнуться до тих більш відомих. Да, ідуть как бы топові компанії, топові ребята, і в принципі всі остальні это видят, ну, і підтримують, тому що вони как бы, ну, довіря це дуже важливий фактор. Коли це делають люди, які знають, і які как бы викликають мінімальне довіря, тоді це проще зібрати людей, коли вони більш медійні, у них є якісь рычаги. У нас просто є ці рычаги, і все, і народ починає тягнутися. Ми бачимо, що зараз взагалі не тільки в Україні, а й в світі є ось така от тенденція пішла на екосвідомість. А як ви вважаєте, в Миколаєві це вже люди сприйняли ось цю от тенденцію, чи ще потроху вона тільки починає доходити? Починають, але все-таки це є. Вовлеченість людей, вона постійно повишається, ми це бачимо, це не може не радувати. Достатньо багато позитивних відзивів, тобто люди, коли услышали касательно от нашого мероприятия, нашого суботника, я лично слышал от очень многих ребят, что класс, супер, мы вот тут сами собирались на какой-то пикник небольшой компании и ездили куда-то в лес убирать или еще куда-то, а тут вот такой большой компанией, давайте это делать, ну и очень хорошо то, что у людей это отзывается. И видно сознательность, ну действительно она присутствует у многих людей, люди понимают, что, как сказал Максим, да, в первую очередь лучше не сорить, но там, где это уже есть, давайте соберемся, уберем, сделаем наш город лучше. Тим паче, що в Миколаєві, ну, дійсно у нас є проблема з пляжами. Це стосується не тільки стану води, а й взагалі прибережної території. Тому що, відверто кажучи, ну, є у нас, не буду соромитися, назву їх битлом. Люди, які і арт-об'єкти ламають, які можуть просто йти і викинути сміття на пляжі, де відпочивають інші люди. Ну і це ми ще не кажемо за те, що дуже часто просто беруть і розфарбовують незрозуміло чим, а там, де люди просто власними силами відтворювали, наприклад, якщо згадати навіть той понтон, креативний простір. Дуже багато проблем, але я бачу, що ми, в принципі, з цим боремося. Якщо ось така кількість долучається, то, значить, із, скажімо так, розряду байдужих в небайдужі у нас поступово люди, але переходять, і це вже непогано. А розкажіть, як можна долучитися до цієї акції? Ми бачимо, що все ж таки вона проходить не тільки в Миколаєві, так? Ну, на самом деле, можно найти нас в соцсетях и подать там у нас во всех постах, во всех рекламах есть Google форма регистрации. Там буквально 2-3 вопроса, там 2 минуты времени, ты просто заполняешь, оставляешь анкеты. Мы почему попросили это сделать, чтобы мы примерно понимали хотя бы ориентировочно количество людей, потому что на инвентарь, нам нужны перчатки, нам нужны пакеты мусорные, нам нужно это все собрать правильно. Есть разница, если будет 100 человек и 300. Поэтому мы просим ребят все-таки там не лениться и отправлять заявки. То есть, если это Одесса, допустим, либо надо куратор по... Ну, давайте про Миколаев. Да, по Николаеву. То есть, надо найти в Фейсбуке, на сайте, в Инстаграме платформу MRIDI, найти либо меня, либо кого-то из ребят из платформы, уточнить, узнать, есть телефон-менеджер, контакт, на сайте есть контакт телефон-менеджера. То есть сейчас в новостях активно все это дело выходит. Это не проблема, то есть звонят, либо менеджеру говорят, что так и так хочу поучаствовать, она может в телефонном режиме просто записать фамилию, там контакт и все. Либо заполнить Google форму, ну, либо обратиться конкретно к людям, которых ты знаешь, если кто-то кого-то знает из наших ребят, поэтому это не проблема. Нас много, порядка 80, к любому можно подойти и сказать, как зарегистрироваться там и так далее, и так далее. И на самом деле мы тоже вот думали сейчас и хотим продлить все это дело, как дальше вот поработать с осознанностью и вот эти проблемы, которые говорите многие, да, что разрисовали понтон и так далее, и так далее, и так далее. То есть, хотя наша платформа больше нас как бы позиционирует себя как люди, которые за счет общего бюджета делают какие-то проекты для города, социальные, материальные. Ну так, вы очень часто запытываете, что бы хотели бачить в больше посылка как бы нас туда, но мы несколько направлений выбрали, одно из этих, чтобы поработать именно с людьми в плане вот правильных мыслей и что надо делать, что не надо, потому что многие об этом часто не думают.
мы сейчас подумали, что стоит сделать социальную рекламу. Следующий шаг, наверное, будет глобальный. Мы хотим сделать социальные борды, сейчас продумать правильную рекламу, немножко задеть ту тему. Это будут флайера, борды, активная реклама, задеть ту тему вот как раз о своем поведении, об осознанности, о, там, о мусоре, о всем этом. Кинув сміття, хрюкни. Да, хоча б так. В отношении к городу и ко всему. Я думаю, что немножко, если мы правильно подойдем к этому процессу, возможно, какой-то процент мы еще хотя бы там посигнализируем туда. Ну що ж, дякуємо, що завітали до нас. Це дійсно радує, що, як я вже і казав, цей тренд потихеньку доходить до Миколаєва. Є люди, які цей тренд будуть, скажімо так, вводити в маси. Дякуємо, що завітали, дякуємо, що робите такі акції, що робите Миколаїв кращим.